Ну, мы ебашим, нас ебашат, и все, да. Честно сказать, России конкретно пухает, ебать, да, сколько здесь ебать. Здесь, короче, прикинь, ангары стоят, там дальше. И пацаны, сказал, прикинь, просто трупы привозят и кидают, русский солдат. И не знает, кто есть кто, есть же, и разбирают. Там по 5, по 6 стопок битком, прикинь, просто не знает, кто есть кто. Ебать. Здесь беспредел идет, здесь, понимаешь, здесь просто непонятно вообще ничего, за что мы воюем, как мы воюем. Нам говорят вперед, вперед, нам говорят стоять, занять оборону, вперед, стоять, занять оборону. У нас, я тебе говорю, 67 человек был, 10 человек осталось. 10 человек с рот осталось. Бля, заебись, я живой, ну, Резал живой, блядь. Нихуя, никого, ничего, никто не меняет. Просто говорят, ебать, вперед, и все, ебать. А ну, что, уходишь? Да хуя уходили, ебал, у нас половина ушло. Дагиш? Да. Дагиш, чечены, да. Типа не наша война. То есть основная масса казахи, калмыки и русские, прикинь? Да, мало. Да. И все, вот именно на войне казахи, калмыки и русские. Все в ахуе, командование в ахуе, прикинь, говорит. Он говорит, мы нахуй не ожидали от этих людей, что они так все поедут. Да, все чечены, дагестанцы, да хуя, просто ушли, ебать, это не наша война. Отказные пишут и, конечно, уезжают в Россию, понял?